На дворе эпоха крутых перемен. Папа называл это время анархией. Оно не все знает. Вы не понимаете, во что ввязались. Сюжет, который ты сейчас снимешь, станет легендой. «Гром. Трудное детство». Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. Опасно для жизни. Документы есть какие-то? Вообще нет. Но нам надо из туннеля выехать. Складывайте оборудование. Привет, ютубченко. Мы сегодня едем в горы. За мной уже зашла моя подружка Арина и мой дружка Ваня. Он зашел за мной в гости, хотя он живет прямо вот здесь. Короче, выдвигаемся. Арина, как ты оказалась в моих видео? Как ты вот сегодня, почему ты пришла за мной? Смотри, чтобы за мной какой-нибудь заткнул. Бронирую каршеринг на 12 часов, чтобы успеть в горы смотаться. Кстати, я подумал. Я гоняю на дно. Короче, каждый раз, когда я беру каршеринг в аренду... Будь здорова, я просто его фотографирую со всех четырех сторон, чтобы потом не было проблем. Даже когда нету повреждений. Выезжаем из второго тоннеля, и сейчас будет супер красивый мост. Вот он, вообще бомба. Приехали на первую локацию. Это скейт-парк. Находится он вон там. Вот сейчас я вам его покажу. Вот такой вот здесь скейт-парк. Просто сумасшедший, как в Калифорнии, пул. И все это на фоне таких гор. Сейчас будем кататься. What do you think about this skatepark, bro? I think this is amazing. На русском, тут у нас не все. Давай, клей, фигач. Мне кажется, это просто офигительный скейт-парк. Свежий воздух, горный. Сейчас у нас будет перенасыщение кислородом конкретное. Сейчас кататься будем конкретно. Конкретно надо заклеиться. Ой, хорошо. Не, ничего. Закидывай. Так, давай. Давай. Ты что говорила? 6-го раза. А, у тебя все получится. Вот видите? Спасибо. Видите мозоли? Классика жанра при катании. Мозоли отлетают только так. Дожили я Ваню Флэйр учу, блин. Блин, сколько ходов я взял! Говорю, ходов... Да, все, смотри. Ле паркур. Ну, что скажешь, господин? Твоя очередь. Хорошо. Еп. Самокат трясет, капец, давай. Когда катаешься? Хэнк-файвчик по тонюсенькой штучке. На диком риске сделан только что был. Yeah.
хорошо. Мимолетно мы заехали в этот скейт-парк, вкатнули и перемещаемся на следующую локацию. Наша следующая локация – это прекрасные горы, по которым мы сейчас кататься особо сильно не будем. Because пошел дождик, все мокрое, но мы сейчас с кайфом проведем время и покажем вам очень много интересных мест. А погнали, скорее. Но самокаты берем с собой на всякий пожарный. Выкладывать туда? Да, телефоны, ключи, связку ключей. Зацените звук от тормоза, когда мокро. Да! Да! В Москве там не так много было. Да, они что-то последнее время стали разрастаться, я помню. В Ялте тоже есть. Вот такой вот тут бомбический серф-кофе, очень атмосферно. Приветики. Можно, пожалуйста, раф на фундучном молоке и сверху посыпать этим корицей? Пару минуточек, все будет. Держи. Респект. Бро, за что пьем? 160, добрались наконец-то. Давай. В общем, мы с Ваней когда-то были в Сочи на заброшенной дороге и мечтали прокатиться по ней на самокатах. И сейчас мы с ним, ну, после покатушек, поедем на нее и прокатимся там, и я расскажу вам про это место бешеное. Дождь, там дождь, походу, пошел. Дождь, нам вообще пофиг. Не знаю, видно вам отсюда или нет, но там рестик с такими куполами, стол, и он накрыт от дождя, вообще бомба. Едем сейчас с Ваней в очень красивое место делать фотки на пленочный фотоаппарат. По мокрому вообще, из-под колес вода летит, зато кайф. Оу май гадабл. Вот это вообще, это просто вообще, это очень красиво. Портик никто никогда не отменяет. Тренируйте свою плоть, свой храмик души, и все будет прекрасно у вас. Пошел, хорош с собой. Красавчик. Три подтягивания, уже помер. Четвертая на грани. Интересно, сколько я сейчас дам? Не смешно. 4,5. У меня утяжеление. Червячок сидит, извивается. Ему тут, походу... А, он пресс качает, он на спорт с площадки. Да, видишь, подход под... Давай. Тебе показать, как надо подтягивать? Давай. Разок есть. Два есть. Три. Там это катрон мокрый турник. Да, да, да. Три раза. О, руки отвалились. Давайте могу, да. Давай. Дали. Еще. Все. Фух. А где червяк? Ты червяка раздавил? Ой-ой-ой. Червяк финиш. Ёлки-палки. Водопад. Вообще кайфуем. Ой, как круто. Зацените, у меня просто озеро на самокате. Вода течет, реально ливень идет. Я не знаю, вам видно или нет, но дождь сумасшедший. Блин, это такой кайф, Я просто чувствую себя самым живым человеком на планете Земля, мне кажется, сейчас. Вообще никак не мешает. Да. И пофиг, что мы мокрые будем и все такое. У тебя вообще весь насквозь мокрый уже. Вам не видно просто. Сейчас сниму. Вообще без разницы, что это видео от первого лица. Че по кайфу, то и делаю мой канал. Заодно посмотрите, как я выгляжу. Вот так мы идем по мокроте просто. Вон воды столько. У Вани штанина от тормоза вообще мокрые.
Просто кайф, господа. Блин, вообще кайф. Я не могу, у меня даже слов не находится, чтобы описать происходящее здесь. Короче, тут есть вот такие вот горочки, и вон человечек едет. Пошел. Очень хочу прокатиться тоже, вообще кайф, мне кажется. Ты что, хулиган, что ли? Ты пойдешь? Тут же веревочка висит, через которую переступить можно. Ну что, круто? Обалденно? Да на обрыв! Вообще по кайфу. Идем с Ваней в гору, холодно. Я руки тут плохо видно засунул в кенгурятник, и они греются. Как тебе погодка? Сейчас скользко. Ребята, вы просто не понимаете, смотрите, сколько все мокрое. Да вообще жесть. Ёлки-палки! Дорогие друзья, в этот прекрасный дождь я хочу вам сказать, что, во-первых, у меня есть свой магазин, называется он Raid Action, вот его логотип. А во-вторых, постоянно меня спрашивают: Петя, где взять такой титановый руль, как у тебя? Вот они как раз-таки недавно пришли, титановые рули дроп, модели фирм, вот с таким логотипом, вот с таким логотипом, в черном цвете и в разных цветах. Уже доступны на сайте rideaction.ru. Сейчас действует промокод на скидку на все самокаты, запчасти и детали к ним, который называется New 2023. Самое время закупиться перед Новым годом, кайфовать, получать удовольствие от того, что вы любите. Я желаю вам всем счастья. И мы продолжаем. Просто зацените, какая лужа у Вани, вон от колеса гора воды. Вообще, я кайфую, снимаю эти видео от первого лица. Напишите, чего в них не хватает, мне очень интересно. И если всего в них хватает и все по кайфу, тоже напишите, я читаю каждый ваш комментарий. Настолько мокро, что даже барспин неохота делать, потому что руль прям мокрый дико. Ребята, просто посмотрите, какой-то Silent Hill. Кто смотрел? Ужасно, смотрите. Не видно вообще ничего. Вот тут должны быть горы. Такое ощущение, что мы на летающем острове большом. Да, да, да. Парить. Дождь идет, влага испаряется, и такой туманчик. Осторожно, мокро, бро. Сцепление не такое хорошее сейчас. Бро, у меня в башмаках вода просто плавает. На парковку, бро! На парковку врываемся! На узмену! Ой-ой! Ну все, терять уже точно нечего. Сейчас мы спускаемся с горы и едем на заброшенную дорогу, мокрые все, просто в карше. Вообще. Осторожно, скользко, пипец. Топи, топи, топи. Вообще с кайфом. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, чё? Мы сейчас обогрев попы включим в тачке на полную. Погнали тут.
все просто мокрое, насквозь, холодно, но ничего. Я обычно детям говорю, не катайтесь по мокрому, а то по ошибке заржавеет. У тебя спонсор есть, Ride Action, нормально. Мистер Ride Action пошляет. На этой ноте мы перемещаемся на следующую локацию, заброшенная дорога. А хрен вам, а не переход, все снимать буду. А? Всем, кто сейчас кушает, приятный аппетит. У меня прям аппетит приятный. В общем, друзья, мы доехали на заброшенную дорогу. Вот тут такой красивейший мост, а вот там въезд по этой дороге. Это вот, вот сейчас будет кайф реальный. Ты согласен? Сейчас будет кайф реальный? Ну что, с Богом? С Богом! Там какой-то надзор остановился. Вот там тачка надзор остановилась. Видишь, маршрутка. Пофиг, погнали. Они за нами не успеют, полетели. Чтобы вы понимали всю антуражность происходящего, вот здесь вот кладбище. Так, друзья, на всякий случай вас предупреждаю. Вот тут есть табличка. Опасно для жизни. Камнепад, обрыв, проход строго воспрещен. Никто не делайте так. Погнали? Это по нашей части. Это по нашей части, реально. Если что-то нельзя, значит мы врываемся с ноги туда. Еще на всякий случай предупреждаю, что у меня самокат пипец просто какой красивый. Вон тут калитка висит с колючей проволокой, но она открыта. Что там, нормально все? Не предвещает беды? Камни прям над нами вот так нависают. Когда делаешь что-то запретное, все кажется очень подозрительным. Человек какой-то уже как охранник, да, выглядит. Да-да-да, вот там тачка просто подъехал. Мужик прошел, нам показалось, это охранник. Подъехало такси вот сюда, мы думаем, это за нами слежка беспалевная. Бро, давай, давай, надо гнать. Тут реально камни падают. Вот так тут выглядят края, сшибло просто ограждение. Эту дорогу построили очень-очень давно. А в 2005 году вдоль нее, вот в этой горе, пробурили тоннель и ее закрыли. На самом деле, реально, атмосфера очень опасная. Посмотрите, сколько вот тут камней. И неизвестно, свежие они или нет. Тут, походу, вообще свежак лежит. Давай, слышь, ее по-бырому проедем, потому что она после дождя вообще реально как-то... Что-то не по себе немножечко. Погнали нафиг. У-ля-ля. Просто посмотрите на это хозяйство. Куска дороги нету. Тут какой-то бункер или не знаю, что это такое. Чё как? Дверь скорее закрыта. Чё? Слышь, там свет горит. В общем, вот тут в горе тоже какой-то туннель. Слышь, там света вообще нет, я не хочу дойти. Там, пойдем, пойдем. Короче, в туннеле не видно абсолютно ничего. Чтобы вы понимали, вот там мгла темная. Там даже нет просвета. Обычно просветы есть, но там просто... Давай туда не пойдем, Ваня. Давай. Это как в страшном фильме. Опа, она пещерочка. Ничего не вижу, слышь, что? Давай пешком. Стой, стой, надо фонарь. Я как будто «Властелин колец» каком-то, если честно. Давай тоже начнем. Погнали. Вот это приключение сегодня. Странные дела происходят. Вы просто посмотрите, тут идет серия туннелей, реально как во «Властелине колец». Вот тут один, вот там второй, вот там еще третий. Красота просто невероятная. Обалдеть. Просто обалдеть.
Ёлки-палки! Это слышал? Это камень. Это камень. Только что, ребят, мы тут стоим, и камень сверху упал. Вниз падает камень с таким звуком. У меня осколок упал. Реально? Да. Давай быстрее, вали. Давай, вот так, понял? Да, да. Сейчас фото, давай. Бро, это просто шедевры. Я тебе говорю, ты еще так подсвечиваешься дико. Братан, это я тебе говорю, это пушечный контент. Дорогие друзья, это просто отвал башки. Мы снимаем видео от первого лица в дождь на заброшенной дороге в Сочи. Вот у таких видов просто must see. Эмоции бешеные. С кайфом, погнали дальше. А, ну слышь, нормально. Так, это что вообще такое? Это что за антуражные местечки? Обалдеть, там вглубь просто туннель идет. Братан, я хочу тут код просил. Смотри, вот дерево упало. Тут значит. Столько обломков, и непонятно, это свежак или уже 300 лет лежит. Просто откуда вот это? А потом на этот диз. Походу, эта дорога уносила чьи-то жизни. Вообще. Это мясо. Все, финишито? А, нет, еще. Моим лучшим решением в жизни, точнее, спасибо жизни за это решение, что она мне его дала, начать на трюковом самокате кататься. Он в корню изменил мою жизнь, и теперь я просто кайфую. Вот я даже трюков могу не делать, мне без разницы. Я просто кайфую от того, что я с ним слит в единое целое. И это не передать словами. И можно посещать такие места не просто как пешеход, а еще умудряться делать там какие-то трючки, фигачки и все такое. Просто кайф. Все это, походу, финиш. Бро, мы сделали это. Е-е-е-о! Хорош. Вообще, блин, а вот это запомнится реально на всю жизнь. Теперь обратно надо ехать, но уже по туннелю. По туннелю. Погнали. Погнали. Погнали по этой штуке. Материальными. Она очень как лед вообще. Короче, остановилась какая-то тачка. Давай, слышь, нырнем. Здравствуйте. Давай отойдем с дороги. Давай, да. Документы есть какие-то? Вообще нету. Но нам надо из туннеля выехать. Складывайте оборудование. Где вы такое взяли оборудование? Это наши самокаты. Покидайте, надо выходить отсюда. Зачем? Давайте. Да погнали. Мне кажется, вы не должны здесь ездить. Вот зачем. Спасибо.
Спасибо. Ближайшая речка и расстрел. О, нет! Можешь ехать, это традиция. Слышь, у тебя слишком гигант. Нет, нормально, сейчас иди. Они не складываются, к сожалению. Давай, ты первый. Залетай. Откуда сами? Из Москвы. Что делаете? Мы приехали лето догнать сюда. Мы приехали лето, покататься там на самокатах. В Москве не вариант кататься зимой. У вас узкий парк. Кто там в Красной Поляне стоит. Меня? А? Чего? Ну, обманываете. Хотите, видео покажу? А обманываем? Вчера только катались там. Хотите, видео покажу? Правда. Поймете, вчера, чем мы занимаемся. Видео неинтересно. Мне интересно. Это вы что, с Москвы накатились? Ну, если бы. Там же знаки висят, ребят. У нас просто выбора не было. Вот эти штуки, они проламываются, на них наступаешь, они проваливаются. Вы купили здесь? Сел на автобус и проехал, а там уже катайся в поляне, как хочешь. Да. Хотя бы катайся. Нам еще нормально так ехать надо было, пипец. Да, мы бы еще минут 20, мне кажется. У него уже ноги отсохли. Не, мы вот тут вот. Мы сейчас вот такси просто высадим. Да, вы нас тут тогда высадите, мы сейчас найдем. Такси уже приехало. Блин. Для чего я здесь и почему дворы пусты, свели мосты и лишь коты со мной на ты. Спасибо вам большое, респект от Душинской. Отдай пацанам технику. Давай. Ну нам. 105-й, 135-й. Спасибо вам. Мы сейчас посмотрим, может возьмем. Смотри, нас на монастыре. Спасибо, что подвезли. Нас на монастыре потом подвезли. А вы говорите, у вас документов нет. Да точно. Но это мы так. Опа. Нет, честно, я даже не поверил, когда мне сказали, что они на пешеходном самокате. А вам по рации сообщили? Там камеры кругом. Нам орали даже девочки. Они сидят со стулом. А нам вообще там не слышно ничего. Там никаких звуков не было. Я же говорю, это второй раз уже за сегодня вот так, что не слышно. Второй раз на самокатах кто-то едет? Нет, это такое вообще в первый раз в моей жизни. А какие инциденты еще были? Пешком ходят. Да такие, ну вот заходят тоже туристы, не знают. То есть на самокатах впервые? На таких, да. И мы сумасшедшие самокатеры. Короче говоря, это тиктокеры, я так понял. Мы тиктокеры лютейшие вообще. Весело сначала тут лаял, а теперь сидит рядом с нами хороший такой. Вот нас и подбросили с Иваном. Вообще идеальное решение. Я думаю, они все прекрасно поняли, где мы были и что мы делали. В общем, братаны, на такой ноте заканчивается это видео. Динамика была лютая, нам очень с Ваньком понравилось то, что сегодня происходило. Особенно концовка. Если вам нравится это видео, вы можете нас поддержать, просто показав это видео своему другу. Это будет для нас вот просто самая лучшая поддержка. Мой магазин называется Ride Action. Живите, получайте удовольствие, кайфуйте. Приключения, чтоб у вас были, Вань, слово хочешь сказать? Да. Ребятки, дерзайте, вот такие приключения, они потом вспоминаются лет через 20, и будете просто ухахатываться там с друзьями, реально, мы ради этого все делаем, нам больше ничего не нужно. Мы вообще кайфуем, все, всем пока, с вами был Петя Бондарь и Ваня Соловьев. Покедова.